Добрый день, дорогие абитуриенты! Сегодня вы попали в наш университет коммуникаций, и вы сможете прожить один день из жизни наших студентов. У нас есть целых 3 факультета. Обучение гонцов – это первый факультет. Связь и космос – это второй факультет. И третий факультет – квантовая физика и телепорты, где мы разрабатываем телепорты, как вы поняли. Добро пожаловать! На нашем мастер-классе мы разработали специальный шифр для связи с инопланетными цивилизациями, а также создали устройство для связи с ними. Там мы делали невероятно интересное устройство, с помощью которого можно общаться между собой. Для этого мы скрепили 2 стаканчика одной ниткой, и по удивительным законам физики этот звук передавался от одного стаканчика другому. Ребята пытались создать прототип телепорта. В одну из коробок они поместили расщепленную бумагу, а во вторую поместили целую. Таким образом, мы создали прототип телепорта. Поначалу мы чертили модель телепорта. Нам продемонстрировали настоящий телепорт. Классно, мне понравилось. Мастер-класс обучения гонцов. На этом мастер-классе ребята научились ориентироваться по картам и доставлять из одной точки в другую точку со скоростью света бумажки, при этом никак не вредив их. Там мне понравилось очень относить письма королю, и я бы очень хотел попасть в этот университет.